делать обзор HT Samsung Ace S5830, вот в белой крышечке, вот такую вот. Значит, посмотрим коробочку. Вот эта белая коробочка, это коробочка с почты. А вот в серединке уже идет самое интересное. Видим Samsung Galaxy Ace, официальный телефончик. Значит, Ceramic White, официальный, сколько я уже рассказал, официальный я сам не знаю, извиняюсь за тавтологию. Значит, сейчас фокусируемся. Видите, да, терминал. Значит, открываем. Плюс в этом телефоне то, что здесь есть две крышечки. Одна черная, вторая белая. То есть черная у нас рифленая, белая у нас не рифленая, обычная. Так. Ну, здесь, естественно, крышечка, здесь телефон у нас. Вот так. Я потом покажу, как смотрится телефончик. Перейдем к телефончику позже. Сейчас посмотрим содержимое коробочки. Значит, всякие инструкции мы откладываем. То есть бумажечки, разовый договор, надание послуг, Samsung, краткое средство. Что было в комплекте? Значит, в комплекте я лицезрел вот такой кабель, переходник на... В общем, не переходник, а удлинитель компьютера. То есть обычный кабель к компьютеру. Это в этой коробочке у меня просто лежит много всяких переходников на microSD в компьютер. В общем, с ним шло вот такое устройство под названием microSD. Видите, здесь написано 2 гигабайта. В общем, для этого телефона мало. Мало, очень мало. Значит, сейчас посмотрим телефончик. Протирается он у меня пальцем. Сейчас при обзоре, в принципе, он пачкается очень хорошо. Вот такие рыбки. Разблокировочка. Можем покормить рыбок. Видите, рыбки пошли плавать. В общем, изначально, как только я купил, была проблема с отправкой мультимедийных сообщений, то бишь ММС. Они тупо не отправлялись и не принимались. Проездил я по сервисным центрам в Харьков, куда я только не ездил. Плохо все это заканчивалось. В итоге я перепрошил телефон. И, как говорится, пошла жара. Все вполне устраивает телефончик, кроме камеры. Камера здесь 5 мегапикселей. Сейчас я ее включу. Камера, посмотрим, вот. Красный. Вот моя Apple-овская лампочка. Так, ну, преимущество камеры в том, что можно записать видео и при этом сделать паузу. Вот я сейчас веду съемку с Desire HD, которого я потом сделаю обзор. В принципе, здесь нету такой функции паузы. Погода здесь не стояла, то есть я сам ее ставил, аквайзер, ничто иное. То есть точная погода, все в порядке. Максимум 8 рабочих столов, у меня только 7, 3 из них пустые. Ну, то есть, видели, да, я только что вот так вот сделал. Считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то есть добавили один стол. Берем вот так вот и удаляем долгим нажатием. Кстати, управление долгим нажатием называется скрейф-лифтинг, что очень популярно в Android. Значит, открываем бар. Самсунговский бар, это книга, распродажи, сообщения. В общем, что порадовало, есть свой книжный магазин. Вот нам книжный магазин. Минус книжного магазина в том, что вот, допустим, здесь мои книги, да, есть вот такая книга. Ну, это чисто для обзора. Я скачал, вообще не смотрю,
каталог, то есть, но в этом приложении нельзя читать, то есть нужно качать специальное приложение, которое я использую, Aldico, открываем, и непосредственно в этом приложении только можем уже, ну, как мы видим, читать, вот, то есть открываем, чтение не очень здесь хорошее, то есть обычное перелистывание, обычный скроллинг, как в интернете, так и здесь. Значит, браузер, посмотрим наш браузер. Интернет. Ищем интернет в меню. Интернет спрятался на первом столе. Значит, скроллинг, интернет-скроллинг. Довольно-таки неплохой. Бар у нас открылся. Вот увеличение, мультитач работает. Ну, допустим, откроем категорию. Видите, да? Такое. В принципе, для серфинга, полноценного серфинга в интернете, 3,5-дюймового экранчика не хватает. Но здесь даже флеша нет. В принципе, телефон для среднего класса, как я называю. То есть, ну, для людей, которые могут выложить 2500. Значит, брал я его в магазине Алло, интернет-магазине, за 2300. Здесь установлено, сейчас вам покажу прошивочку. Так, заходим в настройки, сведения о телефоне. Обновление ПО нас не интересует. Нас интересует версия Android. Версия Android 2.3.4. То есть, как я говорил, перепрошивая телефончик не из-за моды, не из-за того, что мне нужно, чисто из-за ММС. Память сюда я купил 8-гигабайтовую флешку, свободно, видите, 5.98. Так, ну откроем квадрант, тест посмотрим. Значит, пока будет идти квадрант, хочу показать вам вот такую вторую крышечку, как она смотрится. Опа, что-то у нас квадранчик сразу матюкаться начал. В общем, покажу я, как смотрится задняя черная крышка. В принципе, решил пока потаскать белую, ну, потом думаю поставлю черную. Здесь у нас симка, здесь у нас флешка. То есть все так же, ну, не буду ее защелкивать, здесь видите, из-за незащелкнутого. В принципе, с черной панелью очень больше идет именно такая. Но она рифленая, мне больше нравится гладкая. То есть на любителя. Значит, ставим назад белую панель. Защелкаем ее уже, чтобы все четко было. Главное не нажать на центральную. Снимок экрана. Ну, это я зажал 3 кнопочки, сделал нам снимок экрана. Значит, мы хотим узнать информацию, смотрим, что нам выдаст. Значит, мы видим 1005 единиц. Прошивка не стоковая, я думаю, в принципе, если сделать еще раз, будет и 1100, и 1500, то есть, ну, это не стоковая прошивка, показывает примерно. Но больше, как вы видите, чем у стоковой прошивки на Galaxy S. Вот такой, в принципе, телефончик. Фонарика стандартного не было, пришлось скачать вот такую программку. Ну, фонарик такой средненький. Такая программка у нас есть. Не очень, в принципе. Рут открыл, поставил. Все устраивает. Спасибо за обзор. С вами был мистер Сережа. Подписывайтесь на новые видео. Комментарии оставляйте. До свидания.